Всем привет! Привет из Крыма! Сегодня заштормило, так что я вам показываю море. Море с волнами сегодня. Хотя вот погода на самом деле тепленькая. А? Вода. Ничего страшного, волны не сильно сейчас большие бьют. Температуру воздуха, температура воды. Температура у нас плюсовая, в принципе не страшно, но волны бьют такие прикольные. Вот так. Будет кадр мне на память. Вот такие, смотрите, какие бьют волны. Бах. Ай. Не успел немножко. Не успел. Ну ладно, ничего страшного. Еще думал, запрыгну, если что, волна. Кто думал, что она тут ударит об эту, скажите, об преграду. Эти не думают иногда, лезут непонятно куда. Вот они какие. Короче, сегодня 12 февраля, все тепло, шторм, море. Шторм не сильный, но волны такие красивые-красивые. Смотрите, какие идут вообще красивые волны. Что вам еще интересного рассказать? Блин, вообще воздух свежий, ветра нету. Гуляй не хочу вообще. Завтра поеду куда-нибудь на какие-нибудь тропы, наверное, на эту Королла Баска. Может будет штормить, красота какая-нибудь будет. Смотрите, какая сейчас ударит. Бах! Вот, следующая будет большая точно. Так вот, у нас в Крыму февраль выходит на финишную прямую, 12-е, это уже почти половина прошла. Ждем весну, ждем солнца, цветы, тепло. Вот она, смотрите. Вау, какая красотень вообще. Красотень. О, смотрите, какая идет вообще. Смотрите. О, беги, беги, все, кто может, куда-нибудь. Вон та вообще сейчас будет ударить точно. Вот она сейчас.
Ого, вон она, смотрите какая. Ба! Ба! Короче, красотень, всем привет из Крыма, 12-е, смотрим за погодкой, совсем скоро лето у нас, тут будет вообще веселье, тепло, будем купаться есть мороженое будем, привет из Крыма.